рыбы совесил и в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня пустил. Ладно, раз нам так еще долго идти, я вас пока сниму. Куда идете? Зачем в лес идете? За елкой? На Новый год уже готовитесь? Обожаю новогоднюю свою. Сейчас сентябрь. Сейчас мы дойдем до грибов и найдем, какие больше красивые. А то грибы такие милые, такие пушистые. Прям пахнет уже грибами. Пахнет грибами. Да, пахнет. Даже белый да. Гриб хочется съесть. И озоном пахнет, как будто кварцевая лампа. Не знаю. Вот такие мы милые грибники. Да, милые грибники. Смотрим, что мы найдем за грибами. Лесник стайл называется. У лесника другой прикид. А? Да, ну у меня такой городской лесник. Красивый какой! Красавец, смотри, да. Красный, румяный такой. Вот он и нашла его. Ага. Только ручками его не трогай. А я вот какой нашла. Замшелую поганку. Да, такое красивое. Да, белую такую. А мы с папой пошли пока искать. Ну что, значит, грибы тут все-таки есть. Хоть поганки, но есть. Вон сидит там. Такие красавцы, зеленые, поганочки бледные такие. Пока что нам удалось найти очень много поганок, но мы не отчаиваемся. Поганки и шишка. Моя шишка. О, лягушонок. Ты уже снимаешь? Да. Ты не боишься его? Нет. Нет, ты не смотришь. Сейчас прыгнет на тебя. Какое маленькое, махонькое. Не прыгай, не прыгай. Вот какой лягушоночек. Ну, у него стресс. Отпусти его в болото. Сейчас его отпустим. Давай его где видно будет, как он упрыгает, отпустим. Да его и так ой. Видно. Ой! Ой! Сейчас он тебя за шиворот упрыгает. О, ему у тебя понравилось. Давай! Он на тебя лезет. На плече будет сидеть как... Оп. Домашний такой, да, попугайчик. Домашний. Давай. Так, слушайте, мы пришли сюда по грибы, по ягоды. Ну хорошо, по грибы хотя бы. Кто по грибы, по ягоды, а я по шишке. У меня шишки. Для меня, человека творческого, шишки важней. Еще надо какие-нибудь коряги найти красивые. Какой жучок красивый. Переливается весь. Да уж, переливается. Красивый? Да, красивый. Даже голубым, зеленым, розовым, синим, красным. Ты где, папа? А, вижу его, вижу, он там лазит, как кошка. Как я его поймаю? Папа, тише, тише. В общем, мы решили, если мы не найдем сегодня грибов, мы насобираем тогда лягушек, и будет у нас французский ужин с жареными лягушатками. Да нет, шучу, конечно, лягушаток жалко. Будем искать все-таки грибы и шишки. Нет, вот эти уже делали. Вот эти. А.
Кстати, а я по улице так шла, и там женщина другой рассказывала, говорит, я вчера передачу там смотрела, вот про такие грибы, вот эти дымящиеся, типа, рассказывали, что они на самом деле съедобные. Вот, говорит, мы завтра с мужем там куда-то пойдем, насобираем их, будем есть. Я не представляю, как можно эти грибы как-то есть. Что с ними делать? Ты же видела, там были белые такие мясистые, которые не созрели. Пойдем. А, которые жесткие-жесткие, то они и есть, да? Ага. А-а-а. Это вот эти вот, они потом, когда созревают, они дымят. Из них идет дым, да? Да. И вот их едят. Их ой, едят. Фу. Ё-моё. Не, я лучше шампиньоны поем. Что-то как-то я не представляю, как вот эту пупырышку вот эту вот поесть можно. Жить поганка поганкой. Не. А, вот тебе подарок. А вот я что-то там. А вот это я что нашла? Поганку? Ой. Какая-то престарелая сыроежка, короче. Трухлявая. Да, спасибо. Ой-ой-ой. Ну что, грибнички, много грибов насобирали? Много. Не утащить прям? Не утащить. О. Весь вечер сегодня чистить, жарить, да? Ну, мы не набрали грибы. Ну вот, ну же что ж это так? Ничего, мы же только пришли, сейчас будем набирать. Один а там лягушка скачет. Взяли, только один гриб. Пошли. Поедим. Что, мы зря, что ли, на природу поехали? Колбасы хоть поедим. Да? Да. Я говорю, надо было взять этот коврик. Сейчас бы вот здесь прям на солнышке простелились бы. Вот пикничок бы. У нас привал. Угу. На свежем воздухе со стрекозками. С колбаской, с сырочком. Да? Угу. И с хлебушком. Угу. Очень вкусно кушать. Вкусно? Угу. Очень. Очень. Самое интересное. Мы еще ни одного гриба не нашли. Ну, если не считать двух там сыроежек. А соленушки мы не берем. Мы их солить не умеем. Папа красивая. Угу. Ой, на тебя стрекоза села. Прям место стрекоз. Столько много. На горке у тебя сидит. Смотри. Угу. Смотри, здесь следовало на дороже коробка. Внизу. Нет, это не божья коробка. Это вонючка клоп. Что это, клей? Клоп. Ой, бабочка, 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 смотри. Чуть на... Ой, она на меня садится. Ой. Ух ты. Ой, я боюсь тебя, бабочка. Офигеть, какая красивая. Ты хоть помедленнее, бабочка, я тебя не могу снять. Все, улетел. А, ага. Смотрите, как... Ага, за колбасой. Ой. Ой, ой. Нам дай мне только колбасы. Сейчас дам. А сыра? Да. Как здорово устроились. Прям из расщелины дерева. Растут грибы. Mm.
Короче, кроме поганок, здесь ничего нету. К сожалению. Ну ладно, зато погуляли хоть хорошо. Ой! Ну как можно пройти мимо такой красоты и не заснять ее? Ой, а где я? Ау! Ага. Иду, иду! Ау! Так, я, кажется, опять отстала. Ау! Вы где? Ой! Ой, болото. Я пока тут грибочки все снимала, опять потерялась. А, вижу. Красиво. Ну, сколько же только хороший. Что я могу сказать? Наша сегодняшняя вылазка в лес – это не пособирать грибы, а полюбоваться поганками. Да? Да. Лика, под березовичек! Ура! Ура! Смотри, какой красивый. Иди, да. Срывай березовичек. А он без насекомых? Без. Без насекомых. Срывай аккуратненько. Около корешка выкручивай его или что там? Ну. Не бойся. Почему ты с тобой почувствовала? Я испугалась. Червивый, нет? Не знаю. Да, вон они там сидят. Совсем? Ну сломи его. Вон под шляпкой, смотри, черви сидят. Ну вот. Вон они там прямо. Вон, видишь, вот такие. Никогда их не видел. А и этот, посмотри, тоже червивый, да, раз он съеден пополам здесь. Ну вот, первый подберезовик и такие червивые. Давайте, значит, здесь еще поищем. Значит, здесь где-то рядышком должны быть еще. О. Встала? Нет. Нет? Ой, что-то я на себя нацепляла колючки. Едем, едем, едем. Опять у меня эта песня, она мне на всех видео, да, будет? Понравилось? У вас лицо засвеченное, вы прямо как раз на солнце сели. Понравилось в лесу? Еще пойдем? Да! Только в другой, в грибной, да? Ага. Этот какой-то поганый. Поганки они. Посмотрим, куда мы сегодня забрели. Заказник, северное побережье Невской губы. И вот тут расписано, что здесь растет, какие растения, какие тут млекопитающие водятся. И какие здесь живут птицы. Ну, лягушек мы сегодня видели, видимо-невидимо. А еще мы нашли 10 ягодок малинки лесной. Хотя уже вроде не сезон, или ее уже всю съели, ободрали. Кустиков много, а малины уже нигде нет. Но мы нашли один кустик. Малина ням-ням-ням. Очень вкусно пахнет. Попробуйте. Вкусно пахнет? Вкусно, наверное. И пытаетесь покупать такую же малину или собирать ее на даче? Или в лесу собирать. Это очень полезная малина. Даже хорошая. Очень вкусная. Сейчас у меня гриб... Подберезовый. Вот такой вот беленький он. Красивый, как белый гриб. А красных грибов мы нашли. А где растет подберезовик? Под березой, конечно. А под осиновик где? Под осиной. Угу. Да. Вот это дом.
какого-нибудь дятла, да? Сюда мы ехали на автобусе, обратно мы решили поехать на электричке. Гулять так гулять. Электрички пока не видно. Грибники стоят с одним грибочком и с 10 ягодками малины. Грибники из нас никакие. А я себе корягу взяла и 3 шишки. Стояли, стояли, ждали, ждали. А потом поняли, что платформа эта заброшенная. Электрички здесь не останавливаются, проезжают мимо. Так что все-таки мы едем обратно, опять на автобусе. Вот такая крутая лесенка. Ой, осторожно, здесь крутая ступенька. Давай руку. Держится. Далеко глядит. А я знаю, Миш, почему мы грибов не нашли. Потому что ты оделся не по-лесному. Рубашки в брюках, в ботинках. Лесник. Потому что я знал, что их нету. И что ты не знал? Ты говорил, я еще корзинку маленькую взяла. Хотел еще побольше корзинку. Я говорю, у меня такая. Наша тихая охота. Да. Здесь у меня мох. Будем делать какую-нибудь там поделку. Возможно, в банке закроем со всеми микроорганизмами. Вот, и будет там само по себе все расти и размножаться. Вот у нас тут всякие листики, засушим их. Сделаем какую-нибудь икебану красивую. Это коряга. Возможно, она послужит для ловца снов, а может быть просто поделка в садик. Вот наш грибочек единственный съедобный, но он у меня сейчас мокрый, я его просто помыть хотела. Вот шишечки и желуди, парочки. Да, и веточки. Да. Ничего мы, короче, в лесу не насобирали, даже коряк красивых не нашли, все они какие-то отмокшие были. Но зато хорошо погуляли, надышались воздухом, раздовощеки и вернулись. Ой, кислорода надышались. Даже листья нанесли. Да. Очень здорово прогулялись. Сейчас пойдем
мыться, ужинать. Скорее ужинать. Всем пока! Если вам понравилась наша прогулка лесная, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Большой рекламный щит был написан от руки. Берегите лес, земляки, гребаньки. Лес не помнит зла, он для всех нас как отец. Лес всему голова, а без него всему конец. Отдыхая в лесу от вредных привычек, не бери в лес зажигалок, не бери с собой спичек. Берегите лес, земляки, грибники. Это что еще за лес, если в нем одни пеньки? Отдыхая в лесу от зарубежной мобилы, не бери в лес топоры, не бери с собой пилы. Берегите лес, похитителей грибов. Если за окошком лес, дело не до докторов. Отдыхая в лесу от бутылки.